Мир животных очень разнообразен. Природа никогда не повторяет дважды свои творения. Она движется вперед, создавая все новые и новые виды животных, которые не устают поражать нас своей необычностью. Представляем вам подборку необычных животных, обитающих на планете Земля. Восьмое место. Травоядный Дракула. Это вид летучих мышей, которые скорее похожи на обезьян с крыльями, чем на представителей своего вида. Эти млекопитающие семейства листоносовых являются травоядными и обитают в северной части Южной Америки. Питаются они мякотью различных плодов, ягодами и семенами. Выпуклые большие глаза и всегда улыбающийся рот придают безобидным животным устрашающий и пугающий вид. Седьмое место. Ангорский кролик. Представителей этой породы разводят с декоративной целью, а также получают с их помощью дорогую ангорскую шерсть. Живут такие кролики около 6 лет и могут вырасти до 60 сантиметров в длину при весе в 5-6 килограммов. Шестое место. Гигантский изопод. В океане обитают похожие на больших мокрит существа – гигантские изоподы или равноногие раки. В то время как обычные мокрицы достигают в длину 1-2 сантиметра, гигантский изопод вырастает до 60 сантиметров, а самый большой выловленный экземпляр весил 1 килограмм 700 граммов при длине 76 сантиметров. Эти морские животные являются великолепным примером глубоководного гигантизма. Явление, когда некоторые виды морских животных, обитающих на больших глубинах, достигают более крупных размеров, чем их близкие родственники на мелководье или суше. А обитают они на глубине от 170 до 2000 метров. Их тело покрыто жесткими пластинами, которые мягко соединены между собой. Такое крепление обеспечивает хорошую подвижность, поэтому гигантские изоподы, как и мокрицы, могут сворачиваться в клубок, когда чувствуют опасность. Обычно их пищей служит падаль, мертвые киты, рыбы или кальмары. Однако иногда ей могут стать также тихоходные животные, вроде морских огурцов или губок. И хотя равноногие раки способны длительное время обходиться без еды, когда на их пути встречается много пищи, они могут объесться и потерять способность передвигаться. Пятое место. Лиловая лягушка. Этот вид пурпурных лягушек был открыт только в 2003 году, и встретить их можно только в Индии. Тело животного обладает округлой формой. Несмотря на свои мешковатые объемы, лиловая лягушка способна за несколько минут вырыть себе нору глубиной до 4 метров. Зверек проводит большую часть своей жизни под землей и выходит на поверхность только в сезон дождей с целью размножения. Четвертое место. Трубкозуб. Это млекопитающее, которое по виду больше напоминает помесь свиньи, кенгуру и зайца. Благодаря своей особенности рыть норы, оно считается одним из лучших землекопов в мире. Такая способность помогает трубкозубу лакомиться своим любимым блюдом – муравьями и термитами. Вес может достигать 100 килограммов, с длиной тела – до 150 сантиметров. Третье место. Пальмовый вор. Этот представитель ракообразных обитает в тропических островах Индийского и Тихого океанов. Пальмовый вор или кокосовый краб достигает 40 сантиметров в длину и 4 килограммов по весу. Его излюбленное лакомство – кокосы, плоды растений и даже другие раки. В отличие от себе подобных, у пальмового вора есть легкие, которые помогают ему существовать и в воде, и на суше. Краб может с легкостью карабкаться по деревьям и предпочитает делать вылазки в ночное время суток. Второе место. Звездонос. Это млекопитающее семейство кротовых, которое можно встретить на юге Канады и севере США. Особенность животного в интересном строении рыльца, которое напоминает звезду с 22 подвижными лучами. Питается насекомыми и дождевыми червями, и его вес может достигать 50-60 граммов. Первое место. Минога. Хотя у миног есть некоторое внешнее сходство с рыбами, эти животные не рыбы,
а представители более примитивных позвоночных – класса круглоротых. Это паразитический вид морских животных. Чем же и как питаются существа с таким оригинальным ртом? С помощью присоски минога присасывается к своей жертве и измельчает ее с помощью зубов. Она присасывается к телу рыбы, пробуравливает ее кожу и начинает впрыскивать в тело своей жертвы вещества, которые препятствуют сворачиванию крови – антикоагулянты, а также пищеварительные ферменты. Таким образом, всасывают они уже частично переваренную пищу. Такой вид питания называется внекишечным пищеварением. Рыба-жертва носит на себе паразита, пока не погибает от истощения. Миноги вырастают до 1 метра в длину и являются деликатесом во многих европейских странах.